блок начала. Это аэропорт. Там это мой друг, с которым я познакомился в самолете. Он о чем-то очень громко разговаривает с девушкой, которая должна нас забрать. Не знаю, как так вышло. В общем, он такой: я довезу тебя до центра. Я живу в Риме. И его девушка потерялась. Или мы потерялись. Кто-то потерялся. Тут жарко. 30 градусов, короче. Очень душно. Будет интересно, да, что понравилось бы. Говорят по-итальянски. Короче, тут чувак меня довез до ближайшей станции, на которой билет стоит 2 евро, как для всех нормальных людей, а не 22, как для аэропортных мажоров. И когда я решил купить билет со станции, ну, типа, из аппарата, он 3 раза выплюнул мою карту и сказал: инвалид карт. И такой: иди в жопу. И у меня не было кэша, ну, монеток. Он только монетки принимал, сволочь такая. И когда я уже почти подрался с аппаратом, подошел какой-то чувак. Кстати, вот он, это мой герой. И такой, типа: давай я тебе все сделаю. И сделал мне все. И такой: у меня проездной, но я тебе куплю билет, потому что я классный. Такие дела, такие дела. О, поезд. А не наш поезд. Еду, короче, в Рим. Охрип, походу. Все, жопа. Здесь будет грустная музыка. Смотрите, как красиво. Ну или нет. Короче, тот чувак Рене, который меня подвез с аэропорта, он какой-то, ну, организатор какой-то дикой движухи, каких-то вечеринок, которые называются Revolution Party. И он такой, типа: приходи, у нас сегодня какая-то тусня. И, короче, я посмотрел видосы в Фейсбуке, что они делают. И там просто какой-то трэш, угар вообще. Это BDSM, трэш-панк, хардкор, какая-то херня на 1000 человек. Они, типа, устраивают это вообще везде. И я, короче, КД. Но, в общем, у меня есть его номер теперь. И он сказал: если что, приходи. Airbnb. Такая кухня здесь. Оп-оп-оп-оп. Красота. Кухня, красота. And room, you know? Wow. What the...
I mean, can you see it? Yeah, boy. Perfect. I... Мокрый, еба, я мокрый как пес. Короче, улица какая-то. И она, наверное, уже километр идет. И все везде едят и бухают. Давай, мальчик, заходи ко мне. Заходи ко мне под плащ. Да. Вот сюда. Да. Иди ко мне. For not government. Короче, Колизей. Are you happy now? Огромные штуки. Здесь какие-то тоже красивые хрени. Привет. Привет. Чао. Привет. Как ты? Хорошо. Ребят, я Сигу уронил, не видели? Где она? Yeah, that part I understood. I'm so artist. It would work for me. Красотишка. Don't judge me. Идем к святому Пете. Yes? Привет. Привет. Act normal. Смотрите, какая штука большая. Большая штука. Thank you so much. Короче, мы в аэропорту, и через полтора часа у нас самолет, который будет лететь в 13 часов. И так как у нас необычные билеты, а типа от стафа, ну там типа местная женщина нас провела, мы прошли через все проверки просто за полминуты. Мы просто прошли... через металлодетектор, положили рюкзак на ленту. Там была очень скучающая девушка, которая даже не смотрела в экран, такая, окей, пофиг. Ничего не доставали, у меня там вода была, бутылка воды, какой-то там пауэрбанк и книжка. Она такая, ладно. И все. Okay.
Somebody once told me. Если я зайду в лифт самым первым, мама будет гордиться мной. You can go now. Just not gently. Oh, fuck off. Интересно, как выглядит человек после 13 часов полета, то примерно вот так. Yeah, you're excited. No, you're not. Are you okay with the when? Of course. Yeah. En 106.5 mix, 80s, 90s y más. Yeah, it was pretty hot there. Oh, pretty hot. Yeah, it was 35. Oh my god. We were all wet all day long. Yeah, and pretty humid as well. But... Uh-huh. We're going to try cold horchata, you know? Oh yeah. This, yeah. Hot water. Центр Мехико-Сити, пальмочки, лавочки, небоскребочки. Вот так, короче, живут мексиканцы. Это нормальный такой дистрикт, и я на крыше дома, который на Хиле, и мы здесь живем. И это вид на город, капец. Просто капец. Это Мехико-Сити, там типа центр. Ебой. Чуть антенну не сломал. Это ванна, это комнаты. Здесь вход. Короче, батя здесь, это мексиканский старый Макс, потому что мы когда приехали вчера, здесь орал Slipknot, и он играет на гитаре, и его сын играет на барабанах. Sí, entonces, bueno, pero ellos están jóvenes. El problema es para la gente mayor, que las escaleras, están muy resbalosas, pero ustedes pueden hasta brincar. Tenemos 21 años. Ajá, ajá. Yeah, okay, take away the chat. Hola, Khaleesi. Stop that you want to eat. Yeah. So it's not that heavy. Yeah, you can do it for me. Okay. Okay, I have to do FaceTime. Сейчас полетим в Юкатан. Да? Летим в Юкатан. Да. Самолет должен лететь через минуту, и посадка еще не началась. И что написано на скрине? Правильно. On time. Короче, сели похавать в какой-то супер местной штуке.
Это тако. Патака. Тако. Тако. Это здесь сыр сверху. И это на вкус отвратительно. Отвратительно. Наша ласточка. Ее кто-то приголубил. Но все хорошо. Все хорошо? Хорошо. I know. Can we stop him? I know. Is there a place to stop? I have no idea. Let's go. I think it's closed for visiting or climbing. I don't fucking care. Just stay here. Everybody was kung fu.